В студии столицы Нижний Денис Салов, начальник отдела малого бизнеса ВТБ-24 в Нижегородской области. Добрый день. Добрый день. Денис, поговорим вот о вашей профильной деятельности. Как сегодня ведут себя представители малого бизнеса? Кредитуются ли они или с опаской ждут своего часа? Бизнес, конечно же, кредитуется, потому что кредитное плечо так или иначе помогает бизнесу выживать. Многие выстраивают свою стратегию работы с помощью кредитных ресурсов, поэтому спрос на кредиты, он был, есть и, я думаю, будет. А на что берут в основном кредиты? Традиционно, конечно, наибольшим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств. Это кредитные линии, кредиты с графиком погашения, овердрафтное кредитование. Хорошо. А предприниматели из каких отраслей ведут себя более активно? Может быть, даже какая-то статистика у вас есть? В ряде отраслей мы наблюдаем повышенный спрос на кредиты. Традиционно, конечно же, большую долю в нашем портфеле имеют клиенты, которые занимаются оптовой торговлей. Есть производственные компании, сфера услуг. Производство – это какое-то малое производство. Я себе просто слабо представляю, что это может быть, например. Что производят такие компании? Ну, в частности, в городе Дзержинске очень развито производство тосола, стеклоомывающей жидкости. В Нижнем Новгороде есть клиенты, которые занимаются производством, ну, например, пенопласты. Есть клиент, который открыл новое направление, ранее занимался оптовой торговлей, сейчас внедрил производство пенопласта, которое сам реализует. Интересно, то есть сначала он у вас кредитовался как оптовый торговец, а потом переквалифицировался как предприниматель, который производит уже непосредственно, да? Да, он открыл для себя новое направление, тем самым удешевил затратную часть. Теперь не просто покупает и продает, но сам производит. А каковы сегодня средние ставки? Ставки разные, они зависят от вида продукта. Продуктовая линейка достаточно большая, от срока кредитования. А вот самый маленький кредит. Сегодня ВТБ-24 предлагает интересные условия на цели рефинансирования дорогих кредитов сторонних банков. Наша ставка начинается от 12,9% годовых. Также у нас есть акционная программа поддержки малого бизнеса, которую мы реализуем совместно с корпорацией МСП под ее гарантии. Там ставка начинается от 10% годовых. Сегодня на рынке это уникальное предложение. А за счет чего такие низкие ставки, я пытаюсь понять? То есть это, условно говоря, даже ниже ставки рефинансирования? Да, здесь нас поддерживает Банк России, он фондирует эту программу, тем самым мы привлекаем дешевые ресурсы. А на каких условиях они получают кредит? То есть я пытаюсь понять, что вы предлагаете, значит, низкую ставку, а что вам вместо этого за это предлагает бизнесмен? Мы при работе с нашими клиентами в первую очередь заинтересованы в комплексном обслуживании. Поэтому, когда мы говорим о ставке, мы всегда обсуждаем дополнительные продукты. Нам интересно, чтобы бизнесмен завел к нам обороты, реализовал зарплатный проект. И, по сути, мы стали для него опорным банком, который помогает ему в любых направлениях его деятельности. Поэтому ставка, она зависит, знаете, как вот в торговле. Когда продаешь оптом, цена становится дешевле. То же самое у нас. Когда много продуктов, когда мы реализуем с клиентом какой-то проект и договариваемся о разных направлениях сотрудничества, мы можем предложить более дешевую деньги. Хорошо, а невозвраты случаются? Невозвраты, наверное, есть везде. Ведь один из принципов кредитования – это риск. Когда мы предлагаем деньги, мы понимаем, что мы рискуем. Но здесь мы подходим очень взвешенно. У нас достаточно консервативная политика. Направо и налево денежные средства мы не раздаем. Поэтому ситуация с рисками у нас под контролем. Хорошо, а вот если вдруг что-то происходит, например, у бизнесмена, то банки идут навстречу ему? Может быть, какие-то там тоже там реструктуризацию задолженности, еще что-то? В первую очередь мы стараемся помочь своему клиенту в трудной ситуации. Если мы видим, что у клиента возникают сложности с обслуживанием долга, мы идем на диалог, предлагаем программы реструктуризации задолженности, растягиваем срок кредита, изменяем график погашения. То есть в первую очередь мы хотели бы сделать так, чтобы клиент вышел из этой проблемной ситуации и смог развиваться с нами дальше. А что он должен для этого сделать? То есть, если он сидит и у него нет денег, соответственно, он не платит, у него там растет задолженность, когда он должен к вам обратиться? Что он попал в такую трудную ситуацию? Если клиент не обращается в банк сам, мы это делаем за него. Мы предпринимаем определенные шаги, рычаги воздействия. Ну, в первую очередь, связываемся с клиентом и обсуждаем сложившуюся ситуацию, разбираемся в причинах. Что же послужило причиной срыва платежей? Хорошо. Ну вот, исходя из всего вышесказанного, можно ли утверждать, что после нескольких кризисных лет малое предпринимательство восстанавливает свои силы? И если нет, то когда это произойдет? Отрасли чувствуют себя по-разному, и внутри каждой отрасли, если брать отдельно взятого предпринимателя, ситуация тоже кардинально
различно. Одни бизнесмены испытывают определенные сложности сегодня, другие же пользуются ситуацией, пользуются кризисом и на этом фоне увеличивают свою долю на рынке и показывают отличные темпы роста. Поэтому вот так сказать, что сейчас экономика в упадке, я бы не стал этого делать. Здесь нужно смотреть, наверное, каждого бизнесмена в отдельности. А в целом, вот если посмотреть на некий тренд, то когда можно ожидать вот этого подъема, может быть, развития или там восстановления роста малого бизнеса? Есть у вас какие-то вот прогнозы? Да, конечно. Рост, ведь рост, он зависит и от предложений денег на рынке. Да? Если деньги дорогие, то обеспечивать рост в экономике весьма сложно. Сегодня банки активно стараются помочь бизнесу, снижают стоимость ресурсов. И в нашем случае, как я уже сказал ранее, мы уже неоднократно за этот год снижали ценовую политику, поэтому так или иначе бизнес это чувствует, и это дает определенный толчок к росту экономики в целом. Когда дешевая ресурсная база, бизнесу проще ее обслуживать, увеличивать объем. Ну и можно ли утверждать, что, например, малый бизнес на сегодня, пусть и не, там, что называется, вывозит во всех отношениях там, те условия, которые существуют, но хотя бы адаптировался вот, к экономическим санкциям, я не знаю, вот каким таким вещам, можно ли это утверждать? В 2015 году многие с ужасом смотрели на ставки в 20, 22, 25% годовых, на санкции, на ситуацию, что же происходило с курсом, с ценами и вообще с ситуацией со спросом на продукцию, да, на товар. Сегодня некая адаптация уже прошла, все, по крайней мере, так или иначе привыкли к курсу доллара и евро, уже не воспринимают это как нечто непонятное и подстроились под сложившуюся ситуацию. Поэтому адаптация есть, предприниматели смотрят на ситуацию по-другому, есть некий позитив, исходя из этого появляется уверенность в каких-то проектах. И тому подтверждение повышенный спрос, кстати, на инвестиционное кредитование. Ведь в кризис, как известно, никто не готов вкладываться в инвестирование, в строительство каких-то основных фондов, реализовывать какие-то сложные, емкие проекты. Сейчас мы видим, что спрос на эти проекты, он возрастает. Отлично, что ждем роста малого бизнеса. Спасибо большое, Денис, за участие в программе. Спасибо.